когда алкоголь попадает в кровь, эритроциты слипаются. В крови образуются тромбы, которые намертво закупоривают микрокапилляры. Капилляры раздуваются и лопаются. При употреблении 100 граммов водки навсегда и безвозвратно гибнут несколько тысяч клеток мозга. При каждом застолье – десятки тысяч. Мертвые клетки мозга выводятся с мочой на следующий день. Береги себя. Попадает в сердце, он разрушает клетки вашей сердечной мышцы. Появляются микрорубцы. Мышца теряет эластичность, работает на пределе возможностей и захлебывается кровью, не успевая ее проталкивать. Сердце покрывается жировой тканью, поэтому у пьющего человека оно всегда увеличено. В артериях и капиллярах образуются тромбы, которые перекрывают доступ кислорода и питательных веществ к части сердечной мышцы. Ткани сердца отмирают. Это называется инфаркт. Береги себя. Любые дозы алкоголя самым разрушительным образом действуют на печень, которая принимает на себя первый удар алкогольного яда. Клетки печени отмирают и замещаются жиром и соединительными тканями. Начинается жировое перерождение печени – гепатоз. За ним приходит цирроз. За ним – рак. Береги себя. Когда алкоголь с кровью попадает в вашу поджелудочную железу, он вызывает спазм ее протоков. Ферменты железы скапливаются и переваривают железу изнутри. Поджелудочная железа разбухает, начинается воспаление, потом гниение. В итоге это приводит к мучительным смертельным заболеваниям – панкреатиту и панкреонекрозу. Береги себя. Неизбежно вызывает варикозное расширение вен пищевода. Вены постепенно деформируются и слабеют. В любой момент они могут лопнуть. В этом случае происходит неожиданное интенсивное внутреннее кровотечение. Кровь быстро скапливается в желудке. Развивается геморрагический шок, что требует немедленных реанимационных мероприятий. Береги себя. Агрессивно разрушает защитный слой оболочки желудочно-кишечного тракта. Уничтожается микрофлора. Нарушается кровообращение. По всей слизистой кишечника образуются многочисленные эрозии. Они перерождаются в язвы, а впоследствии в злокачественные опухоли. Береги себя. Действием алкоголя клетки крови, эритроциты, быстро слипаются. Образовавшиеся склейки разносятся по всему организму, закупоривая капилляры. Организм обезвоживается. Продукты распада алкоголя отравляют все без исключения органы и поражают все системы вашего организма. В быту такое состояние называется похмелье, добровольное включение механизма деградации и стремительного старения человека. Береги себя. Thank you.
Попадая в желудок, алкоголь активно стимулирует выработку ферментов. Ферменты вместе со спиртом агрессивно разрушают слизистую и стенки желудка. В результате желудок переваривает сам себя, а процесс пищеварения превращается в процесс гниения. Последствия – гастрит, язва, рак желудка. Береги себя.